Девочки, мальчики, всем большой привет, большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. Сегодня у меня будет обзор посылочки от Yves Rocher. Если вам интересно такого рода видео, тогда вас приглашаю к просмотру. Хочу начать с того, что у меня этот заказ был сформирован не только для меня, но еще для моей одной знакомой. Хочу сказать то, что я заказала для себя здесь новиночки, а также то, что мне очень сильно в свое время понравилось, и я не смогла пройти мимо. Ну что, начну я, наверное, с того, что я купила для своей приятельницы. Это вот такие вот гельчики для душа от Jardin du Monde. Идет у нас зеленый лимон Мексики и флоридский грейпфрут. Это, безусловно, обалденный аромат. Их замечательно качество этих гелей для душа. Я думаю, она с удовольствием ими будет пользоваться. И они стоили по 99 рублей, что не радует, собственно говоря. Следующее, что я купила для нее же, это шампунь с мальвой для объема. Его здесь объем 300 мл идет. Думаю, данный шампунь ей тоже понравился. Цена его стояла на сайте 410 рублей. И могу сказать то, что в принципе у меня скоро на канале будет обзор косметики по уходу за волосами от Yves Rocher, так что не пропускайте, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить данное видео. Я буду подробно рассказывать об этой косметике, как они работали на моих волосах. А сейчас просто показываю то, что я заказала ей, и потом, конечно, хотелось бы узнать от нее, понравился ей данный шампунь или нет. Следующее, что я купила для себя, и это, безусловно, новинки сейчас, которые пестрят на сайте у Yves Rocher. Это их новая серия, которая вышла. Идет это у нас, по-моему, гель для душа клюква и миндаль. Плохо пропечатано. В общем, гель для душа, клюква и миндаль. Могу сказать так, что вообще вот к этой вот серии, к их новой упаковке гель для душа от Yves Rocher, я много очень слышала скептического отношения. То есть, как бы поменялась упаковка, поменялось качество геля для душа. На свой страх и риск я взяла вот такую упаковку. И хочу сказать то, что сейчас вот... Кстати, знаете, аромат мне это как бы не очень сильно нравится. Я вообще... не поняла, он что-то такое вот сладкое бьет, конфетное, знаете, такое что-то дешманское, дешевое, бьющее в нос запах. Но я думаю, что ему нужно просто раскрыться в душе, я посмотрю, как он будет работать. И, конечно же, свой оставлю отзыв об этой косметике, об этой их серии. Я заказала гель для душа, я заказала себе, точнее, для нас как раз... мыло для рук, кстати, в первый раз заказываю мыло для рук от Yves Rocher. Следующее, что я заказала из этой же серии, это молочко для тела с этим же ароматом. Мне просто хотелось абсолютно познакомиться с этой новой их с гаммой, потому что прошлогоднюю серию для Нового года я не купила, и мне хотелось узнать, что же в этом году Yves Rocher нам предлагает. То есть это их лимитированная какая-то версия идет. И это шел у нас не по отдельности, я покупала, это был такой набор, и в подарок этому набору шла вот такая вот губка-мочалка для тела. Хочу сказать, вот эти вот приятности, мимишности от Yves Rocher я очень сильно люблю. Данный набор стоил 909 рублей, поэтому как бы... могу сказать с любопытством, конечно, это все попробую, но мне хочется это как раз попробовать в новогодние праздники. Мне хочется прочувствовать именно то, что нам, собственно говоря, хотел предложить. И о чем хотела рассказать производитель Yves Rocher, что это как раз новогодняя серия. И, может быть, действительно, я вот этим начну пользоваться как раз перед Новым годом, как раз вот в зиму. Так что вот так вот. Ждите моих отзывов о данной серии. Следующее, что мне... что я заказала, в двойном объеме, и это я хочу вам сказать, я заказала, я увидела, схватила, и как вы думаете, что это? Не ваниль, на этот раз я взяла малину. Эта серия, этот формат у них снимается, у Yves Rocher, они их снимают, они переделывают данные серии, и чистой малины у них уже нет. А так как мне понравился гель для душа малиной, но, к сожалению, их сейчас нету в чистом виде, есть какая-то малиная мята. Я схватила лосьон для тела, молочко для тела с малиной. И я взяла целых две штуки, девочки. Я ни капельки не жалею. Потому что, во-первых, вот именно вот эта вот их серия в таких баночках, молочко для тела, мне очень сильно понравилось, как работает. До этого у меня была ваниль, и сейчас, к сожалению, ванили у них на сайте нет, вот в таком вот варианте. Я взяла себе именно молочко для тела с малиной. Думаю, с
удовольствием буду пользоваться, и он будет также работать на теле, как и его предыдущий брат с ванилью. Поэтому взяла их две и с большим удовольствием буду пользоваться и вам рассказывать, как они работают на теле. И стоит ли их брать? Вот к этой серии я отношусь вообще с опаской. Глупости, да, ну вот как-то вот так вот. И что мне пришло в подарок? Это, естественно, вот эти вот пробнички. Кстати, по 350 рублей, по-моему, минус 9% скидка на них была, вот на вот эти вот лосьончики для тела мне вышли. Что могу сказать? Пришли пробнички парфюмов, точнее, в этот раз, девочки, я могу сказать, я сама натыкала на сайте, какие я хотела пробнички попробовать. Я хотела попробовать Evidence для парфюм, я хотела вот Ted попробовать аромат их мужской, и хотела попробовать вот такой вот аромат Moment de Bourbon. Ай! Не буду коверкать, просто вам покажу. Думаю, что любительницы парфюмов и фраше уже даже понимают, что это за аромат. Скорее всего, я думаю, то, что какие-то пробники я дам девушке, которая со мной вместе делала этот заказ. И что еще мне пришло? За заказ пришло вот такое вот маслице. Могу сказать так, то что когда я покупала, ставила себе в корзину вот эту серию, я уже на тот момент себе закинула вот это вот масло для волос. Оно у нас идет масло для волос, масло для восстановления волос с бабосо, жожоба и макадами, 150 мл. Я его закинула в корзину, но когда уже оформляла заказ, мне написали то, что такое масло будет в подарок. И я его убрала из корзины, и оно мне пришло в подарок. Поэтому как бы такая хотелка, которую я хотела в этом заказе, она ко мне пришла. Могу сказать так, что это масло, оно достаточно какое-то жидкое. И запах у него, ну, очень, знаете, такой ореховый. Он мне напоминает аромат геля для душа макадамия, орех макадамия. Да, вот один в один аромат практически. Идет, не знаю, как будет работать на волосах в 100%. Я его сегодня уже, вот сейчас перед тем, как снять видео, я его наносила на волосы. Могу сказать, в принципе, как вы видите, волосы рассыпчатые, не слипшиеся, они, в принципе, живые, не сухие. Но в полной мере, конечно же, я смогу вам рассказать чуть попозже, когда я им попользуюсь. Но сейчас, как бы, в принципе, я довольна, что вот это средство ко мне пришло в подарок. И еще те, кто меня смотрят, девочки, если вы пользовались данным маслом, любительницы фреша, напишите ваши отзывы, ваше мнение, какое оно, понравилось оно вам или нет, и как вы им пользовались. Потому что производитель нам пишет, что за 10 минут до мытья волос надо им воспользоваться. Так что вот так. Не знаю, буду во все его тестить, с ним знакомиться, и, конечно же, если понравится, то буду его заказывать. Но цена у него на сайте стоит достаточно такая высокая. По-моему, 470 рублей стоит данная маслица, если не ошибаюсь. Так что вот такой вот пришло мне в подарок. Девочки, вся коробочка. Пробничек, кстати, еще один. Для Parfum Evidence. Вот, девочки, это был весь мой заказ. Надеюсь, вам было интересно со мной провести это время, может быть, что-то для себя почерпнули в плане, я вас как-то спровоцировала на покупку для себя каких-то вкусняшек с сайта, с магазина, бутика Вифраше. Я вас всех люблю, целую, люблю и целую, берегите себя и своих близких, а с вами была ваша Ира, увидимся в новых видео скорых, всем пока-пока!